Всем привет! В этом видео предлагаю создать вспомогательный файл, который будет содержать все характеристики наших бутылок. Давайте, где структура документов, нажмем правой кнопкой мыши, выберем New File. И всю информацию предлагаю держать в P-листе. Так, я его сейчас найду, где он тут. В Property List. Вот, берем Property List. Я назову Property List как Items. Просто items. Да, items по листу. Вот у нас получился. У нас есть root. Это у нас dictionary. Давайте добавим парочку элементов. Давайте назовем item 0. И пусть это у нас будет массив. У нас будет массив наших бутылок. Item 0. Это у нас будет dictionary. И добавим парочку значений. Ну, во-первых, сам спрайт. То есть название спрайта, которое у нас находится в ассетах. Вот они. То есть bottle, cake, спрайт. Это у нас пусть будет string. И спрайт у нас называется bottle. Это у нас будет первая бутылка. Следующий у нас элемент. Это пусть будет ее масса. Масса. Это у нас число, поэтому выбираем number. И ее масса пусть будет где-нибудь значение 0,95. Следующее значение это x-scale и y-scale. То есть мы будем масштабировать наш спрайт, как нам необходимо. Это все тип number. Так, здесь значение 0 пусть будет 45. А здесь значение 0,4. Еще раз 0,4. Отлично. Также предлагаю еще одно свойство нашей бутылки задать. Это будет сопротивление. Так, оно там пишется restitution. Так, вроде правильно. Это у нас тоже будет число. Пусть оно будет 0. И зададим ей количество, минимальное количество сальт, то есть флипов. Min flips. Для ее разблокировки. Мы будем это значение использовать для разблокировки наших бутылок. То есть, чтобы вот эту первую бутылку разблокировать, нам всего лишь надо сделать 0 сальт. То есть ничего не делать. Это все, что касается у нас бутылки. Итак, создадим теперь для оставшихся наших бутылок. Если я перейду в ассет, вот у нас это кейк, айскрим, кетчуп и сода. Я, ребят, поставлю на паузу, чтобы не тратить ваше время. Итак, вот что у меня получилось. Вторая бутылка у меня будет называться сода. Вот ее масса, вот ее значение. Третья это кетчуп, четвертая это пирог праздничный и... Пятая бутылка у меня называется айскрим, мороженое. Будем подкидывать. Для ее разблокировки необходимо минимальное значение лучшего результата набрать 12. На этом урок я закончу. Увидимся в следующем. Пока.